помнишь детскую игрушку калейдоскоп? Я тебе сейчас открою страшную тайну. С помощью нее в детстве тебя родители гипнотизировали. И сейчас я тебе это наглядно покажу. Только чтобы все сработало, делай все, что я тебе говорю. Перед тобой геометрический калейдоскоп. Выбери одну красную точку и смотри на нее на протяжении всего видео. От твоего выбора зависит эффект. А теперь поставь лайк и подпишись на меня, чтобы система это считала. Иначе иллюзия не будет действовать. Я серьезно, чтобы все подействовало, поставь лайк и подпишись на мой аккаунт. Сейчас я досчитаю до трех, и ты осмотришься вокруг и будешь в родительском гипнозе. 1, 2, 3. Что ты видишь? Эти слова не стоит гуглить. 3 безобидных запроса, которые точно испортят тебе настроение. Перламутровые. Это не только цвет и окрас, но и кое-что другое. Лоскут. Если вы, произнося это слово, представляете лоскутное одеяло или что-то другое, то у Гугла на этот счет свои мнения. Остроконечные. При виде этого слова мы представляем карандаши или что-то в этом виде, но у Гугла на этот счет свое мнение.